5 grand just to see you dance. Like... 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 5928. Обычная база, для которой вам не понадобится ни одной C4, но захватите пару железных топоров. Заходить мы будем вот с этой стороны. Тут сушилочка как раз есть, чтобы зомби нас не беспокоили. Давай, и еще разок вот так вот. И здесь надо сломать еще одну стеночку второго уровня. Я, наверное, с той стороны лучше зайду, ее сломаю. Потом буду бегать в эту сторону, чтобы защищаться от зомбарей. Готово. От всех трех волн я избавился. Давайте откроем последние 2-3 ящика. Тут осталось. Так. Камни. Камни это хорошо. Как раз они заканчиваются в последнее время. Поэтому я их с удовольствием заберу. Так. Кожа. Хорошо. Гвозди я тут еще видел. Нормально. Текс. Верстак я еще потом сломаю. Пока что залутаю остальные ящики. Что тут у нас? Пиво, которое у меня забрали. Хорошо. Боксит заберу. Еще кожа. Каменные блоки. На все фигня. Так, ладно. Дальше. Вот это у меня украли. Вот это у меня украли. Пила. Это у меня тоже сперли. Не хватает двух микросхем. Так, давайте я все сложу в байк. Заодно посмотрю, может, что в пикап я упустил. Нет, тут пусто. Так, в байк пусть лежат пока каменные блоки, камни эти самые. Может быть, потом что-то заменю. Ну, тут вроде такая база, как для ресурсов. Тут больше ничего особо-то и не найдешь. Еще два ящика. Пустой. А, вот микросхема. У меня, кстати, две украли. Это моя третья. Так, здесь ничего нету. Сколько шума? 82. Давайте это сломаем. Слиток один. Плотницкий стол. Может, тяча будет. О, два дубовых бревна. Две дубовые доски. Пойдет. А что еще можно сломать? И тут я все, вроде все забрал, да? Такой себе утец. Ну, хотя бы хоть что-то забрал. Ну, верстак сломаю. Но тут пусто. И вроде бы я сломал все, ничего не забыл. Давайте я сейчас зайду, проверю на всякий случай. Да, вроде бы сломал все. Что можно было. Так, Рамил, давай телепортайся сюда. Умница. И мы сваливаем. Сейчас я быстренько покажу лут, который мы отсюда вынесем. Ну, хрень, в общем-то. Ну, на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.